Итак, мы уже на YouTube транслируемся и готов всех повторно поприветствовать в нашем вебинаре всех участников со всех уголков мира. У нас есть удивительные новости сегодня для всех. Как только мы сегодня начнем наш вебинар, я хотел бы пройти по тем промоушенам, по тем промо, которые уже активны в ноябре. И мы все рады сообщить вам, чтобы все знали, какие у вас прямо сейчас есть в этом месяце возможности зарабатывать деньги вместе с Дейзи. У нас есть удивительные новости по другим направлениям, также со стороны платформы AI Forex, которая в этом месяце начнет работу. Дайте мне еще минутку, я начну трансляцию экрана. Итак, быстрая новость, коротко, но важно. Мы только что буквально общались с координаторами нашего мероприятия в Дубае. Мы ограничим количество посадочных мест на мероприятии в связи с текущими действующими ограничениями, связанными с ковидом. Я не знаю, какие изменения будут между текущим моментом и датой мероприятия, поэтому мы ограничиваем количество участников 2000. Первые 2000 билетов участников получат свои билеты и места. Возможно, будут сняты часть ограничений, мы сможем забронировать больше мест на мероприятие, но пока ситуация выглядит именно так. Это очень срочная новость. Если вы планируете принимать участие, и мы надеемся, что вам это интересно, это мероприятие изменит вашу жизнь. Там будут огромные новые объявления. Вы получите тренинг от ведущих лидеров, инсайдеров Дейзи, отдельных сотрудников, которые уже заработали первые миллионы долларов на модели peer-to-peer Дейзи. У нас для вас также будут большие новости и сюрпризы. Вот что я вам обещаю. Если вы правда видите, согласны с видением Дейзи, вы понимаете, что мы уже внедрили ряд вещей, которые ранее никто не делал. Если вы хотите быть частью Дейзи 2.0, быть с нами, когда мы выйдем на второй уровень, на следующий уровень, это будет самое важное решение, которое вы можете в этом направлении принять в плане вашего бизнеса с Дейзи. Это мероприятие называется Disrupt, прорыв. По очень конкретной причине мы собираемся достичь прорыва в целом ряде индустрий с нашей Дейзи бизнес-моделью. И те объявления, те новости, которые мы будем объявлять на этом мероприятии в Дубае, нужно просто лично быть на них. Вот эта энергия, вот эти отношения, которые можно построить в такой среде, вот эти общения, которые может произойти на такой площадке, это может произойти только, когда все сообщество соберется вместе. Поэтому мы приглашаем вас присоединиться живьем к нашему мероприятию. Идите, переходите по ссылке daisydisrupt.com, там можно купить билеты. Билеты можно купить прямо сразу. Сейчас действует скидка для ранних резерваций. Если вы прямо сейчас, сегодня пойдете на сайт, получите эту скидку, и первые 2000 заявок будут гарантированно получат свои билеты. Не пропустите, это будет очень важное мероприятие. Кроме этого, давайте коротко пройдемся по тем промо, которые действуют в этом месяце. В первую очередь, мы выпустили новый комбо-пэк. Теперь, если кто-то присоединяется к Дейзи, буквально одной транзакцией они могут зайти и в сторону криптовалюты AI, и в сторону Forex AI бизнеса, буквально одной транзакцией. Например, участник первого уровня, который только что заходит в Дейзи, своей оплатой 200 USDT может войти, получить уровень первый крипто и уровень первый Forex. И это касается всех уровней, вплоть до и включительно 9.
уровни 10 надо покупать по отдельности. Если существующий участник хочет получить этот комбо-пэк, они должны уже и так получить одинаковые уровни по крипто и Форексу. Например, если вы уровень 3 по Форексу и вы хотите комбо-пэк, вам надо будет также быть участником уровня 3 по крипто, и после этого вы уже сможете заходить на уровень 4 через механизм комбо-пэк. Эти комбо-пэки буквально забрасывают вас в следующий уровень в нашей матрице. Например, если вы присоединились к уровню 1 с комбо-пэком, он помещается на уровень 2. Если вы заходите на уровень 2 в комбо-пэке, по факту он будет зачислен на уровень 3 матрицы. Автоматически вы будете размещены в следующей матрице, в следующем уровне матрицы, когда покупаете комбо-пэк. Это серьезно упрощает жизнь, это меньше транзакционных комиссий. И таким образом наши участники могут заходить как в сторону крипто, так и в сторону Форекс одной транзакцией. У нас есть, продолжается промо пятого уровня. Если вы заходите на уровень 5 по крипто и по Форексу одновременно и по тому, и по другому, это может быть через комбо-пэк, или, может быть, отдельно приобретенные уровни, уровней с 1 по 5 по крипто и по Форексу. Может быть, вы уже по крипто добились этого уровня, вам надо по Форексу добить несколько уровней. Как только вы добираетесь до 5 уровня и по крипто, и по Форексу, вы открываете размещение в уровнях 6 по 10 в матрице. Это очень мощное предложение. Это практически 600 USDT, 6000, 3100 со стороны крипто и Форекс. И подобным вкладом вы попадаете на уровни с 6 по 10 матрицы. Обычно это позволит вам получить бонусы спилловер от участников более высоких уровней, высоких тиров. Это позволит вам лучше зарабатывать на своей матрице, когда люди в вашей организации приобретают более высокие уровни. И это большой стимул для всех участников модели peer-to-peer. Участники, которые выполнили эти требования между 4 и 8 ноября, участвуют в программе. Если вы попали между промоушеном, так называемыми раундами промоушена, вы все равно попадаете в это специальное предложение. Это очень-очень интересное предложение. Я надеюсь, что вы правильно понимаете, что здесь происходит. Это только ноябрь. Если вы приобретаете уровни 6 или 7 по криптовалюте или по Форекс, или по обоим направлениям, 70% этого вклада попадет в живую программу трейдинга. Плюс только в ноябре вы получите то же самое количество долей equity, то есть 70% вашего вклада будет учтено также в equity, и 70% попадет в живую торговлю. Это значит, что вы получаете большую скидку на вклад в equity. Это очень мощный бонус. Наша валюация NDTEC растет и растет. У нас в ближайшее время запланированы определенные заявления по поводу изменения стоимости equity в связи с удорожанием компании NDTEC. И прямо сейчас у вас есть возможность вложиться в уровни 6 и 7 и 70% этого вклада разместить в живой торговле, и 70% попадет в трейдинг и получить то же самое количество долей equity, как и если бы вы получили с 50% вкладом. Это очень большой вклад. Я хочу, чтобы все правильно понимали, насколько это уникальное предложение. На 20% больше попадет в трейдинг и дополнительные доли в equity в NDTEC в связи со своим вкладом благодаря этой скидке. Это включает крипто, Форекс и комбо-пэки.
участники, которые уже зашли в уровни 6 и 7 в прошлом, смогут повторно приобрести эти уровни для того, чтобы принять участие в этом 70% промоушене. И возможность такого приобретения появится у вас буквально в несколько дней ближайшие, до конца этого месяца. Даже если вы уже находитесь на уровнях 6 и 7, но вы хотите получить преимущество от этого замечательного 70% трейдинг-промоушена, у вас есть такая возможность только в ноябре. Для тех из вас, кто упустили промоушен Paysetter и не попали в него в первые 30 дней, у нас прямо сейчас действует период перезагрузки для каждого участника DAISY. Участники, которые прошли 30-дневный период, могут все равно выполнить требования, необходимые на Paysetter Gold в ноябре. Вот какие требования существуют для этого. Должно быть 24 личных реферала за всю вашу историю. Это не обязательно 24 новых члена надо в ноябре пригласить. Это общее количество за все время с момента вашего вступления в семью DAISY. Также у вас должно быть 128 тысяч во вкладе этих личных рефералов. 128 тысяч должны прийти в ноябре. Это должны быть новые вклады в ноябре. Это может включать криптовалюты и направление Forex. Любые вклады участвуют в этой сумме. Кроме этого, если вы участвовали в запуске уровня Forex в октябре, все вклады, которые вы сделали в октябре от ваших личных рефералов, также будут учтены в этой сумме, в этом требовании 128 тысяч по вкладам. У вас есть весь ноябрь, чтобы достичь вот этой цифры 128 личных вкладов рефералов. И вы можете добавить в эту сумму все личные вклады от ваших личных рефералов, которые были сделаны в октябре в рамках октябрьского промо. Опять же, хочу повторить, мы хотим всех пригласить на сайт daisydisrupt.com. Не забудьте купить свои билеты, потому что у нас теперь есть ограничение 2000 гостей, которые примут участие в живой конференции. Такие вот интересные предложения, промо и другие. Хотели вам о них напомнить. Эдвард, Илья, это 70% промоушен. Это ведь большое предложение. Согласны? И я надеюсь, что люди понимают, насколько это выгодное, щедрое предложение. Я думаю, что все захотят принять участие. Как думаете? Да, согласен, Джереми, абсолютно. Когда мы презентовали эту же самую схему в прошлый раз, она получила огромный отклик. Те уже, кто зашли в программу, хотят приобретать более высокие уровни, и сейчас у них есть возможность сделать это с большой скидкой, гораздо дешевле. Это очень выгодная промоушен для всех участников. Плюс к этому дополнительные акции Equity только в ноябре. Это очень щедрое предложение. Я согласен, у нас есть очень интересный отклик от рынка криптовалют. Буквально за последние 24 часа. Это очень интересное предложение для целого ряда людей зайти в систему, быть частью вот этой мощной энергии, которую набирает криптовалюта. Я думаю, что сейчас прекрасное время, чтобы сделать такой вклад. Согласен на 100%, особенно возвращаясь к вопросу долей в equity. 70% это очень большое предложение. У меня есть друг из Ирана, он не строитель, но когда он узнал про предложение 30-70, он присоединился к системе буквально в прошлую субботу. Я вижу целый ряд новых участников, которые хотят зайти в эту фазу тестового трейдинга. И для меня вот эта часть equity – это очень выгодное предложение. Многие люди присоединились еще в январе, в марте, и у них есть одно и то же количество equity, и эти доли растут в стоимости. И сейчас у нас единственная возможность зайти и получить преимущество от этого же
буквально получить 70% equity за гораздо меньшую сумму, получить больше за меньший вклад. Да, я согласен, это будет разовое, буквально разовый промоушен. Никогда еще не было более лучшего, более удачного момента, чтобы перейти на уровни 6 и 7. У нас было очень интересное совещание в 2 часа вчера с доктором Анной, которая а также с финансовым директором Endotech и корпоративной команды. То, что сейчас происходит в компании Endotech, очень интересно. У них есть дорожная карта по выходу на публичный рынок. У нас есть очень серьезный интерес, серьезный аппетит со стороны рынка частных инвестиций. И валюация, стоимость компании продолжает расти. Как нам сообщила вчера доктор Анна, только за прошлый месяц, когда мы начали работу на Форекс-части нашей платформы, один этот шаг серьезно увеличил валюацию компании. И количество вкладов, которые мы уже поступают к нам на Форекс-платформу, подняло валюацию Endotech существенно. И я думаю, что это очень такой интересный вопрос. Многие люди не понимают, насколько мощная синергия получается вот у крауд-модели DAISY. Не только мы пользуемся этой новой технологией, которую мы разрабатываем, технологию трейдинга с помощью искусственного интеллекта, но мы также даем вам возможность вкладываться в equity, в акции этой компании, которая позволит этой компании развиваться и расти. У нас есть большое количество вопросов от целого ряда лидеров. Когда же начнется торговля Форекс? Когда же начнется торговля Форекс? И мы хотели бы сегодня ответить на этот вопрос. Почему у нас была задержка? Почему мы еще не вышли на рынок? И ответ в том, что мы хотим максимизировать валюацию, хотим максимизировать финансовую оценку стоимости компании Endotech. И по мере того, как мы общаемся с финансовыми советниками, по мере того, как Endotech делает новые шаги, нам порекомендовали реструктурировать Форекс-фонд, определенным образом придать ему корпоративную структуру, которая бы максимизировала валюацию Endotech как компании SAS. И сейчас у нас финальные шаги этой реструктуризации, наши юристы с ними работают. Мы планируем в ноябре, как мы и обещали, выйти на рынок Форекс-торговли. Новости очень вдохновляют, и результаты торговли алгоритмом Forex AI очень обнадеживают. Также обнадеживает то, что это все сделает для валуации компании Endotech. Мы ожидаем видеть невероятный рост. Вся наша история будет больше на открытом рынке. Мы перестанем быть просто криптовалютной платформой. Мы станем еще и валютной торговой площадкой. И мы на этом не остановимся. Мы собираемся зайти еще в некоторые сегменты рынка, о которых раньше не говорили. Доктор Анна расскажет вам большую часть того, что платформа уже готова, что сама система уже готова, и мы финализируем структуры фонда и брокерского счета для того, чтобы все было готово для выхода на реальную торговлю уже в ноябре. Итак, доктор Анна, все надеются услышать от вас информацию по миру Endotech, по Forex AI платформе. Даю вам слово. Спасибо, Джереми. Спасибо, что ты прекрасно обобщил. Для нас очень важно выходить на рынок Forex, потому что компания Endotech увидит расширение своего портфеля от только криптовалют, но еще и к финансовым активам. Цифровые активы – это более широкий класс, и поэтому он серьезно улучшит валюацию компании и позволит нам
реализовать наше видение как мирового лидера в альтернативных инвестициях. И также у нас был целый ряд вопросов, почему мы ненадолго остановились с нашими видеосессиями. У нас очень загружены руки со стороны бизнеса, со стороны продукта, и мы планируем вернуть в ближайшие несколько недель, выпустить новое видео, которое будет касаться непосредственно искусственного интеллекта. И я думаю, что к 1 ноября, к 1 декабря уже вся история будет финализирована. Я работаю со стороны как фундаментального, так и технического анализа. Мне очень, я буду рада, если это все будет так же вдохновляюще для вас, как и для меня. Итак, также спасибо, что пригласили нас в эту конференцию. У нас, как компании SAS, такая поддержка, какую мы получили от вас, команды DAISY, буквально невероятно. Спасибо вам за ваш энтузиазм, за вашу поддержку и профессионализм. Почему я сегодня хочу поговорить о Форексе? Мы уже много раз говорили о том, как работают разные технические элементы Форекс-торговли. Сейчас я хотел бы сконцентрироваться только на одном элементе. Позвольте мне показать на экране вам мою презентацию. Джереми, видно вам? Да, нам видно. Мы проект DAISY, который занимался AI-торговлей цифровых активов. Давайте сравним текущую криптоситуацию и ситуацию на рынке Forex. И еще раз пройдемся, почему нам, как сообществу DAISY, интересно зайти в Forex и какое будущее есть у этого рынка в плане альтернативных инвестиций. Если говорить о крипто, позвольте мне сообщить вам две простых концепции о том, что такое плохо и что такое хорошо в плане альтернативных инвестиций на высокодоходных рынках. Если мы говорим о высоком потенциале роста, мы говорим о долгосрочном графике. Вот это график на масштабе 3 года. 3 года с начала 2018 года до конца 2021, почти 4 года. Мы говорим о фиксированной ставке доходности, которая в среднем получается очень высокой. Она на экране. И большой вопрос, который мы обсуждали в эти месяцы, это в том, что некоторые месяцы у нас есть отрицательный рост. Мы падаем. Рынок падает. Наш портфель инвестиций не растет. И у нас всегда есть такие вот теории, что мы не вернемся в зеленую зону. Каждый раз, когда мы видим вот это падение графика, это для нас плохой сигнал. Это некий страх, некая неуверенность, которая попадает в систему. И вот это количество месяцев, когда мы теряем деньги, это первая концепция. А второе – это анализ рисков и выгод. Если мы рискуем каждым долларом, 60 центов буквально у нас, мы можем потерять 60 центов с каждого доллара, если мы зайдем в неудачный месяц. Этот график выглядит линейный, выглядит почти как прямая линия, но на самом деле это не так. Вот здесь у нас есть, где я показываю, у нас были месяцы, когда мы теряли стоимость портфеля и месяцы, когда нам приходилось эту стоимость наверстывать. И я разработал очень простую метрику. Есть много разных измерительных инструментов, recovery rate и так далее. Но я хотел бы сфокусироваться на этих двух метриксах. Итак, почему же Форекс и чем может Форекс помочь нашей компании? Переходим к второй части моей презентации. Если мы переходим из крипто на Форекс и используем тот же самый алгоритм. У нас четырехчасовой тренд. Как видите, у нас улучшение как по риск
соотношению риск к вложению, мы теряем рискуем не 16% нашего вклада, а всего лишь 11%. И количество месяцев, когда мы теряем деньги, сократилось с 10 до 8. Это не настолько важно, это преимущество, но и у нас, видите, последний период получился не такой выгодный, не такой полезный. У нас вот этот вот как раз период страха и сомнений заходит. И мы добавили дополнительный элемент к Форексу. Это часовые тренды, одночасовые свинги. Как видите, снижаем наши риски дополнительно. Мы рискуем сейчас всего лишь 9 центами на каждый доллар. Но внезапно увеличилось количество месяцев, когда мы теряем деньги. У нас изменилась динамика. А по переходам от 4-часовых интервалов анализа к часовым интервалам анализа мы увеличиваем количество вот этих месяцев. И для того, чтобы исправить эту картину, нам достаточно добавить анализ свинг, анализ колебаний графика на 4-часовом интервале. И мы снижаем количество месяцев, когда мы теряем деньги, всего до 3. Больше того, мы снижаем, очень важно, риск до 5 центов на доллар. Это наш риск. И всего лишь 3 месяца из 46, на которых мы теряем деньги. Это всего лишь часовые и 4-часовые интервалы. Не минутные, не 5-минутные. Это специально немного упрощенная презентация. Почему я не говорю про 15-минутные и 5-минутные интервалы? Это процесс, который нам нужно будет реализовывать всем вместе в следующих фазах запуска на рынке Форекс. Мы хотим начать с небольших объемов торговли, примерно 1 000 000 или чуть больше. Немного поторгуем на материале анализа 4-часовых свингов. И после этого мы добавим часовые свинген тренд. После того, как это будет реализовано, мы перейдем к 15-минутными, потом 5-минутными, потом 1-минутными интервалами. Что мы ожидаем по результату? Это 0 месяцев, когда мы теряем деньги. Может быть, у нас будут недели, когда мы теряем деньги, но не целые месяцы. И сохранение риска в порядке 5%. В крипто у нас нет такой возможности получить такую гладкую кривую и такие красивые цифры. Это слишком молодой рынок, в нем недостаточно ликвидности, он недостаточно зрелый, чтобы добавить к нашей системе необходимую гибкость. Мы не можем еще перейти к ним, к более мелким интервалам анализа. К сожалению, в крипторынок слишком молодой еще. Большое количество новых активов внезапно заходит, вот буквально в течение последних месяцев, лет. Для того, чтобы внести поправку, это 3 или 4-летняя статистика. Это 4 года. Я считаю, это очень впечатляет. Если 3 из 46 месяцев мы теряли деньги, это хорошая цифра. Да, мы еще 2 месяца не проанализировали, у нас 46, а не 48 месяцев. В остальном, я согласен, это очень впечатляющий показатель. Мы буквально подошли вплотную к внедрению часовых интервалов анализа. Следующий элемент 15-минутный. Для того, чтобы его внедрить, нам надо серьезно доработать сторону искусственного интеллекта, серьезно доработать фундаментальный анализ и добавить туда целый ряд элементов. И 4-часовые часовые интервалы просто не требуют таких мощностей. Я надеюсь, что эту историю мы закончим в ближайшие месяцы. Надеюсь, что вам это понравится. Такая вот моя короткая, надеюсь, понятное объяснение того, что может, как сравниваются рынки Форекс, валютный рынок и рынок крипто. Спасибо вам, доктор Анна. Итак, ребята, вторая половина ноября, в которую мы уже заходим. К концу этой второй половины мы запустим торговлю на Форекс. И сейчас мы финализируем корпоративную структуру
для того, чтобы обеспечить, что все законно, все происходит корректно. И также мы обеспечим, что вклад этого запуска, этого перехода на Форекс будет иметь максимальный эффект на валюации Endotech. Я знаю, что многие из вас, кто участвовал уже в промоушенах в октябре, все еще участвуете в том, чтобы заходить в дополнительные уровни Форекса. Я знаю, что вы с нетерпением ждете, как начнет работать система. Мы с нетерпением ждем, когда мы уже наконец ее запустим. Это будет для нас большая новая глава истории Endotech, истории DAISY. Мы очень благодарны и с нетерпением ждем вот этой возможности, вот этой стартовой ленточки нашего большого нового шага. Спасибо вам, доктор Анна, за то, что присоединились к вам. С удовольствием. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам. Замечательно. Эдвард, Илья, мы все рассказали, что хотели сегодня рассказать. И я хотел бы, чтобы вы какие-то заключающие, завершающие слова сказали. Я с нетерпением жду запуска вот этой Форекс-платформы отчасти, потому что у нас есть очень интересная высокотехнологичная торговая площадка, которую мы уже получаем, еженедельные отчеты, которые очень меня впечатляют. Но также потому, что мы выходим в новую категорию участников открытого рынка, это для нас очень серьезная перспектива. Повторюсь, уровни 6 и 7 промоушена, которые сейчас действуют. Использовать 70% вашего вклада и вложить его в торговлю на Форексе и все еще получить 50% стоимости эквити – это возможность, которая бывает только раз в жизни. И у вас буквально 2 недели, чтобы ею воспользоваться. Может быть, нам закрыть в завершении нашей сегодняшней конференции еще раз повторить важность этого промоушена и почему все должны в нем участвовать до конца ноября. Да, хочу повториться, возвращаться к equity и раньше разделения 70-30. Вы получите тот же самый объем, который раньше мы получали на 50-50, и мы уже у нас валюация намного выше. Если говорить о задержке, мое мнение такое, это полезное, эта задержка положительно отразилась на equity. И то есть каждый участник, неважно какого уровня вы участник, кто вы, если вы участник DAISY, у вас есть equity, 100% этих долей принадлежат вам за каждый уровень, который вы приобретели. Если вы пейсеттер, для вас эти выгоды еще больше. Итак, Джереми, вот что я хочу сказать. То, что мне очень нравится именно о DAISY, о программе DAISY. Вчера, когда Илья проснулся, прислал сообщение: «Доброе утро, Майк хочет связаться» или что-то подобное. И что-то я тут вспомнил, я видел или слышал видео, где-то смотрел. Кто-то говорил, и там была такая фраза: «Сегодня тяжело, завтра будет еще тяжелее, послезавтра мы выиграем». Но большая часть людей сдохнет буквально завтра. Если думать о интрейдинге, мы убираем вот эту нагрузку, эти сложности с трейдингом для людей. Кто-то по мере того, как рынки идут вверх и вниз, люди теряют деньги, может, умирают. А у нас есть идеальная система, идеальный искусственный интеллект, который мы сами разработали. И я люблю эту программу очень сильно, я очень к ней отношусь трепетно. И мне нравится, как структурированы все эти раунды промоушена. И зная все те объявления и даже некоторые сюрпризы, которые мы в ближайшее время собираемся объявить, я точно знаю, что 2000 мест будут легко разобраны. И я надеюсь, что люди, которых мы хотим там увидеть, им достаточно времени у них будет, чтобы приобрести свои билеты. Так что я с нетерпением жду, смотрю в будущее с оптимизмом. Да, это хороший вопрос. Мы обещали апдейт
во флаере. Перед тем, как закрыть этот вебинар, я хотел бы сказать несколько слов о рынке, который иногда идет вниз, иногда вверх. Если вы следите за ценой DAISY токена, мы не разочаровывали. Мы даже еще не начали. У нас будут объявления очень важных партнерств в ближайшее время. Мы приглашаем удивительных людей со стороны маркетинга, social media, социальных сетей, таких как Telegram, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook группа, LinkedIn группа. Все эти группы уже существуют, и мы будем каждый день добавлять туда новости. Сейчас вся эта структура в профессиональных руках, включая дизайн, включая пресс-релизы, будет сделана руками настоящих профессионалов. А если говорить про Uplift, мы не пригласили Алекса. Если бы он был сейчас с нами, он бы поделился очень интересными новостями по своп и по стейкингу в ближайшее время, буквально несколько недель. Не могу сказать точно, в котором часу будет объявление, но ждите, будет очень быстро, и это будет очень простой процесс. DAISY токены можно будет легко обменять в LIFT токены, то есть из блокчейн в Binance блокчейн. LIFT токен будет запущен на PancakeSwap. Это первая децентрализованная биржа, где будет запущен такой токен. Плюс к этому мы ведем переговоры с удивительными проектами, которые мы объявим в ближайшее время, надеюсь, в начале декабря, то есть буквально пару недель от настоящего момента, мы объявим первый исторический IDO на нашей платформе. Большие новости будут скоро предоставлены сообществу. Я с нетерпением жду сотрудничества с Uplift. И всем нравится логотип, всем нравится компания, всем нравится энергия этого бренда. Мы создаем этот бренд, и нам нужна ваша поддержка на социальных сетях. Делитесь с друзьями, отправляйте всем ссылки. Давайте всему миру расскажем эту историю, потому что это будет классная история. Что касается фонда DAISY, Эдвард, какие у тебя мысли? Но вот что я хочу сказать. Все те люди, которые присоединились еще в январе к нам, они все серьезно выиграют. Каждый человек. Это вот вся история, вся концепция DAISY. Правда, Джереми? Когда мы начинали, мы не хотели, чтобы кто-то плакал или выпал из нашей обоймы, как некоторые другие компании делают. Это очень важная была тогда позиция. Те люди, которые присоединились к нам в январе, вы увидите огромные выгоды со стороны DAISY Fund. Некоторые люди уже выводят какие-то прибыли, и equity остается с вами. Вы можете в бэк-офисе увидеть, сколько у вас этих долей. И валюация компании растет. Если вы сравните оценку стоимости компании Inditech сейчас и год назад, просто сумасшедшая разница. За этот год, буквально за последние месяцы, валюация Inditech выросла в огромном размере. Никто не ждал подобного роста, никто не ждал, что DAISY может, даже сама Анна. Она не была знакома с нашей отраслью, но у нас получилось достичь замечательных результатов совместным таким сотрудничеством. Это для всех вин-вин. Все выиграют от такого сотрудничества. И в следующем году мы планируем расширять это сотрудничество все шире и шире. У нас будет 2000 мест в Дубае на нашем мероприятии. Сейчас у нас действуют сниженные цены. Приглашаю вас всех, давайте в конце марта встретимся в Дубае. Как говорит Джереми, мы гарантируем вам, обещаем, что это будет лучшее, самое энергичное мероприятие, на котором вы были вообще в вашей жизни. Давайте его проведем. У меня небольшой комментарий. Джереми, вчера у нас, когда был звонок с Анной, всей командой Inditech, очень весело было, очень интересно было. Ну, два, скажем так, аспекта я хотел бы выявить.
Во-первых, они сказали, что валуация Endotech и выросла настолько, что институционные фонды и люди, которые приходят к ним анализировать все цифры, им пришлось занизить цифры. Они слишком красивые, понимаете? Слишком люди не верят, что бывают такие... А, ребята, у вас 100% рост уровня прибыли. Когда профессионалы видят такие аналитические отчеты, они не верят. И их эти цифры пришлось, скажем так, оптимизировать, потому что иначе оно буквально взрывало людям головы. Такая вот небольшая у меня новость из нашего разговора, хотел с вами поделиться. Да, это прекрасные новости, особенно у нас вот в отрасли. И то, мы привыкли так широко рекламировать нашу деятельность, но в профессиональном финансовом мире то, что мы видим, те результаты, которые мы каждый день и так видим, им в них трудно даже просто поверить, как это может быть, как может компания так быстро расти, как такое количество людей могут присоединиться к подобной компании. Нам было очень приятно слышать это. Я рад, что ты упомянул, Илья, Lyft, токен Lyft. Это то, о чем у нас спрашивали все время. Это будет удивительно, когда запустится программа обмена, программа свопа. Вы сможете обменять DAISY токены на Lyft токены. И партнерства, которые в связи с этим у нас возникают, буквально невероятны. Я думаю, что на этой ноте можно закрывать сегодняшний вебинар. У нас было большое количество разговоров буквально каждый день с большими проектами. И номер один, вопрос номер один, который мы слышали от представителей этих проектов, состоит в том, что поскольку наше сообщество чуть-чуть по-другому думает, чем типичное сообщество финансовых площадок, у нас есть очень выгодная, очень мощная рыночная позиция в партнерстве с Uplyft. И я думаю, что это большая возможность для всех нас немного позволить всей нашей системе, миру криптовалют буквально дозреть до традиционных финансовых образа мышления. Сейчас у нас в криптовалюте очень краткосрочные перспективы проекты, буквально и pump and dump доминируют. И поэтому у нас был огромный рост подобных площадок на рынке. И именно поэтому особенно является площадка Uplyft, особенной для проектов, особенной для держателей токенов, особенно DAISY и Lyft токенов. Одна из этих особенностей нас состоит в том, что мы думаем на долгую перспективу. Мы здесь не для того, чтобы краткосрочно срубить денег. Мы хотим построить долгосрочный важный проект. Наш майндсет, наш менталитет долгосрочный. И мы именно поэтому смогли завязать диалог с большими, крупными, интересными проектами в мире Lyft токенов. Поздравляем всех вас. Я знаю, что вы очень терпеливо ждали. Знаете, что команда работает буквально 24 часа в сутки для того, чтобы запустить процесс стейкинга, запустить процесс обмена свопа. И все это уже буквально ждет вас в ближайшее время. И этого стоило ждать. Поздравляю всех. Спасибо всем за то, что вы понимаете, как на более долгосрочную перспективу думать, чем все остальные участники рынка. И вы понимаете, как участники нашего сообщества, что такое долгосрочный успех, что это значит для вас и ваших семей, для нас и для вас важен долгосрочный успех. Итак, спасибо всем, что присоединились. Спасибо доктору Айне за ее апдейт по Форексу. Давайте принимать участие в тех раундах промоушена, которые действуют в ноябре. Никогда не было более выгодного времени для того, чтобы приобрести новые уровни, особенно 6 и 7. Вы получите скидку на equity, вы получите дополнительные 20%, которые будут отправлены на трейдинг-аккаунт. Никогда
не было более выгодного момента, чтобы активировать уровни 5, 6, 7 по Форексу и крипто. Спасибо всем за то, что присоединились. С нетерпением ждем следующей конференции, следующей возможности с вами поговорить. Следующий звонок, следующий вебинар будет около 1 декабря, но у нас будут важные объявления и до того. Всем хороших оставшихся недель ноября. У нас будут большие объявления до конца месяца, которые тоже следите, не пропустите. Всем спасибо за внимание и всем пока. Global Star Club. Возможности безграничны.